У нас сегодня на обзоре книга Карла Маркса под замечательным названием «18-я Брюмера Луи Бонапарта». Издание 1940 года. Вы так же, как и другие книги, можете взять, прийти и взять их на кружке на Марксистском, на Пушкинской, 25В. Они даются в руки абсолютно свободно. Отбирать никого не будем. Итак, книга 1940 года. Рассказывает она о революции французской 1848 по 1851 года. Что можно сказать об этой книге такого интересного? Это, наверное, первая книга, которую я бы не рекомендовал читать новичкам по той простой причине, что она описывает события, немного далекие от нас сегодняшней действительности и, в частности, от России. Если можно такую аналогию привести, это примерно все равно, что француз будет читать про события 91-93 года в России и без какой-либо исторической справки он просто не поймет, о чем речь. То есть здесь в данной книжке идет разбор, кто, почему, какие классовые интересы преследовал, почему именно так, а не этак получилось, почему, что, к чему и откуда выросли ноги. Вот, но чтобы разобраться в этой ситуации, надо по-хорошему взять сначала, читать что-нибудь по истории этого периода. Поэтому книжку я, к сожалению, не рекомендую. Сначала читайте историческую литературу по данным событиям, по революции во Франции 1848-1951 года, и уже только потом 18-я Брюмера Луи Бонапарта.